Витос Амигос. Ввиду того, что интерес к прошлому проекту, который я стримил, окончательно скис, пришло время искать что-то для стримов и видосиков новое. После пары игр от всяких разработчиков на тему «Голодные игры», а также «Гонки в вакууме» или что-то такое, решил все-таки проверить, что же там нового в кроссауте. Пришлось, конечно, потратиться лавандосом и купить себе вот эту машину, сделанную из старого советского пылесоса. Ну да ладно, в принципе, косарь 300 от меня не убудет. Но некоторые вещи меня сразу насторожили. Во-первых, я купил эту тачку, и она не то чтобы премиум, она вообще ничего и ни о чем. Потому что мне тут же в чате сказали, что лучше на ней не ездить, так как все детали на ней сломаются, а новые ты крафтить пока не можешь, покуда у тебя левел низкий. Так что эту серебряную молнию пришлось убрать на хранение. Кстати, она вообще, она не повышает доходность, она ничего, и в принципе, вы самостоятельно можете собрать из мусора точно такую же, и она вообще, походу, ничем не отличается. Просто эту собирали профессионалы, а вот эту собирал я. Чувствуете разницу? Вот и я чувствую. К сожалению, но я быстро прохавал, что основняк здесь это, конечно, броня спереди, именно туда попадает часть моих патронов. Поэтому я не знаю, что видит мой водитель во время того, когда я еду, но пулемет мой цели находит, в принципе, исправно. Ну и водителю, в принципе, не страшно жить. Значит, что тут можно говорить? Во-первых, что больше всего насторожило, с тех пор, как я играл в эту игру на альфа-тесте бесплатно, игра вообще не изменилась. То есть теперь доступ в эту игру продают, но при этом ничего не сделали. А было это 8 месяцев назад. Потому что, ну, полгода арматы, а кроссаут я пробовал задолго до арматы. Вот, непонятно, почему у меня пропал доступ к этой игре. Видимо, либо я много разговаривал по поводу War Thunder, либо... Я бы хотел бы сказать, да, что доступ отобрали у всех и заново его им продали, но у моего друга вообще-то старый аккаунт прекрасно работает. Видимо, все-таки я такой особенный. Сразу несколько слов хочется сказать об обучении. Вообще, компания Gaijin к своим играм должна в придачу продавать какие-то энциклопедии там или сборники сочинений на тему «Освой наш интерфейс всего за 2 недели», потому что... Это ужасно. В чате постоянно вопросы, вопросы, вопросы. Как что крафтить, как чего делать, вообще ни хрена тут самому понять толком невозможно. Что крафтится, из чего крафтится, для чего. Ну, машину единственное, что из кучи мусора слепить сможет каждый, все остальное сложно. В частности, для того, чтобы крафтить, надо зачем-то заходить во фракции. Механики, бешеные скитальцы, мусорщики. Чтобы крафтить, ты должен арендовать станок. Какой станок, у кого станок, зачем арендовать, почему свой не построить, хрен его поймешь. Ну, деталей, конечно, всяких, может быть, стало чуть-чуть побольше с того времени, как я играл. В основном синие детали какие-то появились, я хрен его знает. У меня один черт нету ни меди, ни мусора. Как мне сказали, что какие-то детали добываются в ПВЕ, только в ПВЕ, какие-то в ПВП. Ну, естественно, лезть на своей грозе, на своем рыцаре дорог в ПВП смысла никакого нету, потому что вся эта броня улетит нахрен с выстрела любой, даже не самой крупной пушки. Вот, а у меня с вооружением проблемы просто... атомные. Единственная моя самая мощная пушка — это та 20-миллиметровка, которую я снял со своей премиумной тачкой. Я надеюсь, что хотя бы пушку мне не сломают, и я смогу поездить на ней. Движок ставить я не могу, потому что у меня нету генератора. Он мне так и не выпал. Вау, дверь фургона. Я просто должен это сделать. Я бы вообще мог себе, наверное, попросить пресс-аккаунт. Ну, говорун — птица важная, но я как-то не люблю заниматься этим подсасыванием, так сказать, да, чтобы вот на минимум трудов, максимум профитов, то есть играешь в другую игру, а в эту приходишь чисто вот под писату пофармить, и при этом сам в игру-то и не играешь, и судьба ее тебя совершенно не волнует. К тому же, а хрен я объясняю, просто не стал и все. Смысл этой игры, весь ее прикол, на мой взгляд, это фармить, это крафтить тачки из мусора. Обладатели пресс-аккаунта, мне кажется, лишены такой прекрасной возможности просто потому, что они могут сразу крафтить себе чуть ли не гусеничный танк. Ну, что-то такое я на некоторых каналах видел. А я сижу тут и пытаюсь, как бы сделать
машину просто из-за самых подручных средств, какие вот тут двойной скос какой-то, что это такое, непонятно. Вот мне кажется, что если бы он сюда прилепился, было бы хорошо. Вот эти две детальки я уберу, твою мать. Управление крафтом тоже не самое идеальное, это, увы, не Photoshop. Тут надо юзать вот эти кнопки Q, E и R, пытаясь развернуть. Не, ну со временем, конечно, все придрочатся, но поначалу вайна будет немерено. Вот, смотрите, эта машина просто... Это просто убийца, это космическая убийца всего. Я не знаю, мне страшно на ней в бой уходить. Мне кажется, боты меня увидят и убегут. А здесь я, короче, таран поставлю. Я буду им клевать. Нет, конечно, так это не работает. У машины главное соблюдать вес, потому что если не соблюдать, она просто перевесит. Ее перевесит, и она развалится. Ну, я не знаю, зачем я прилепил вот это сюда. Вот эти штучки на ходу хлябают, не очень круто. Я думаю, что здесь меньше всего брони, но я не понимаю, как закрыть это место, потому что крафт сверху на крафт ни хрена не... О! Наша пошла. Вот так бы ее приармянить сюда как-нибудь. Не выйдет, да? Хорошо, давайте посмотрим. Борт минивена, может быть, как-то сюда. А? Нет, я думаю, что самым популярным все-таки видеомейкером этой игры станет тот, кто... будет делать самые невероятные машины из самого невероятного хлама, а не те, кто будут раскрывать какие-то секреты нагиба, блядь, на аккаунте, на котором есть уже практически все. Все чертежи и все, что там для счастья надо. А давайте я крылья к машине приделаю. Не, ну вдруг полетит. Ну, это, собственно, и есть самая веселая часть игры, это крафт. Это самое интересное, потому что боевка здесь, ну, честно, это далеко не Twisted Metal. Еще дальше, это не Vigilant 8. Это такая сетевая экс-машина. Надеюсь, вы в нее играли. То, что, значит, непонятно, кому я про это говорю. Вообще, нужно что-то для противовеса назад повесить. На это у меня на все не хватит мощности, потому что здесь у машины есть... У кабины есть, короче, генератор, который вырабатывает ей очки мощи. Блин, это глупо звучит. Нет, не очки мощи. Короче, какую-то хрень, я ничего не понял. Какую-то хрень вырабатывает. И если вам этой хрени не хватает, у вас не будет работать... у вас не будет работать это... Пушка, короче, которую вы поставите. Во! Блин, не приклеить. Ну ладно. Мои крылья лучше. А пулемет на крыло можно поставить? У-у-у, вообще классно. Ща. Хрен с ним, с этой пушечкой. Я буду... Ну, пожалуйста. Нет, не пойдет, потому что иначе влево и вправо мой пулемет стрелять не сможет. Это отстойно. Ну, в общем, хватит. Я думаю, что пока я все равно могу играть только с ботами. С ботами можно играть до 7 или до 6 левела. Я так не понял. Хорошо, вообще нашлись добрые люди в чате, которые меня узнали и... более-менее хотя бы что-то подсказали, чтобы я хотя бы что-то понял. Потому что, ну, я еще раз повторюсь, да, что самому тут без какого-то друга, который уже играл в эту игру, разобраться будет тяжко. Вот реально тяжко. Уж до чего в War Thunder интерфейс мудреный, а здесь так вообще умножили на 2 всю эту мудрость свою накопленную. Не знаю, зачем нужны силовые рамы. Ну, пусть стоит для противовеса. Ну, все. Осталось, в принципе, 2 пропеллера. И все. Шасси убрать. Мы летим. Ну, это жесть. Я уже могу, в принципе, выходить в PvP, но ловить мне там нечего. Я до сих пор из ботов даже себе пушку нормальную не выбил. То есть, стреляю из 20-миллиметровой мелкашки. А, вот, смотрите, здесь за дробовиком. А, нет, это орудийный генератор. Домкрат. Да, а... Вот. Нет, ускоритель авиа. Короче, где-то здесь бывают эти генераторы, но базовый вариант генератора встроен обычно в машину. Значит, выбирайте здесь режим, что вы хотите выбить. Рейды — это все с ботами, как я понял. Ну, вообще, одного чувака я видел. Мы были с ним в одной команде, он просто ругался по-английски. Я спалил, что человек. Вот. Это призы, которые вы можете получить в награды. Я вчера одержал 3 победы в этом режиме, но мне ни хрена не дали, кроме металлолома. Что говорит о том, что награды здесь вручаются, видимо, рандомно. Вообще, я хочу вот эту 76-миллиметровую пушку поставить вместе с своей 20-миллиметровки, и тогда, возможно, у меня будут хоть какие-то шансы на этом полигоне для испытания автоваза держать хоть какие-то
более-менее знаковые победы. В бою тачка разваливается чуть более чем полностью. Отстрелить с нее можно вообще все, что к ней непосильным трудом было приклеено в ангаре. Вот видите, теряет колеса, теряет пушки, вот с нее содрали. Я вообще на одном колесе скакал в прошлом бою. Кстати, тоже, по-моему, любитель какой-то тачку крафтил, створки себе сзади поставил. Но нет, моя тачка круче. В плане оптимизации или FPS, ну, как и водится, везде, где не армата, везде FPS идеален. Это только когда ты в армату играешь, у тебя там кулер отходит, комп лагает, поэтому у тебя начинаются какие-то проблемы. Разработчик там вообще никогда не при делах. Вся оптимизация — это исключительно проблемы игроков. А вот здесь почему-то у меня проблем никаких нету. Прямо во время записи в 60 FPS, при том, что графика здесь, ну, примерно на том же уровне, что и в армате, если не сказать, что лучше, да. Ну и явно не хуже, с другой стороны. А, моя машина поворачивает задними колесами, это такое ноу-хау. Я изобрел его, перепутав колеса местами, потому что внешне они ни хрена никак не отличаются, обозначаются они какими-то буквами там, обозначения тоже не знаю. Но я пришел к выводу, что когда машина поворачивает задними колесами, она как-то даже более маневренно, ее не заносит. В итоге я все так и оставил. А, значит, сейчас начну пугать ботов своим внешним видом. Я видел бота, который вообще на трех колесах ездит. А, у орудий в игре нет перезарядки, есть только перегрев. Поэтому держать орудийную гашетку, да, зажатой, не рекомендуется. Пиу-пиу. Вон, смотрите, видали, как он с пушки бахнул. Так и перевернуться можно, как этот сталинский оркестр, сука, на полигоне. О-о-о-о, еще один хламобот. Ну, мобы на этом уровне уже злые. Посмотрите, да, что облегчили мою машину. С нее просто сорвали все. Да. Абули. Ну, команда моих ботов, как правило, тупее, чем команда, видимо, врага. Потому что в основном я терплю какие-то нелепые поражения. Но все эти поражения связаны с тем, что у меня просто нету орудия, которое... Ну, посмотрите, бот, блядь, с тремя пулеметами. Я с одной какой-то говнопушечкой. Что я могу ему сделать? Господи, я могу поставить два пулемета, потому что моя кабина больше не вывезет. Естественно, я могу потратить купленный донат и купить себе кабину. Ну да. Именно же для этого я в игру бабло вбивал, чтобы кабины всякие покупать. А, возможно, я уже могу скрафтить себе какую-то кабину. Более-менее годная. Потому что вот на этом уровне я вижу уже просто реально трактора. А я до сих пор езжу на каком-то гребаном пикапе. Ну, вообще, победы были, и сразу становится понятно, что для того, чтобы выигрывать в этой игре, надо, как и в War Thunder, прятать основную часть своей машины за камнем, высовывать один ствол, оттуда стрелять. Ездить и рубиться в открытом боевом столкновении здесь, походу, просто либо не рекомендуется, либо тупо невозможно, потому что... точность теряется, а по вам попадают с места очень даже хорошо. Но это будет видно, когда я до PvP дорасту. Дорасту как стрелок и как конструктор этих чудовищных автомобилей. Ну что, может попробовать с горы порхнуть? Кенни 1990, видимо, пытается подсмотреть у меня какие-то... ряд конструкторских решений для своей машины. Я спорю, что он такого убожества в жизни не видел. Да, безусловно, игра, конечно, в первую очередь, видимо, для людей творческих, а уже потом для всякого... Для всякого... Ой, боже, нет, у меня нет домкрата на машине. Для всякого массового игрока, который пойдет на YouTube и посмотрит у какого-нибудь псевдонагибатора, как лучше тачку скрафтить. Ни в коем случае вообще не ходите, ни у кого не смотрите. Пробуйте сами. В этой прелесть, вся прелесть этой игры, это крафт. Чтобы когда я выходил в бой, я видел такие убожества, чтобы мне просто ржать хотелось. Чтобы крафт тачки превратился в соревнование по безумию, по какому-то абсолютному. То есть, ну, чтобы машины из Безумного Макса казались просто, не знаю, продукцией компании, блин, Lamborghini, как минимум. Я напихиваю ему в кабину, странно, что... О-о-о! Ни хрена он испарился, от него даже хлама не осталось. Видите, да, то есть с моей тачки детальки позбивали уже некоторые, но... Нет, да. А, планки, перекладинки всякие.
Я ж умен, я укрепил. Ну, еще система обнаружений в игре. Также она никуда не делась. Маркеры на врагах то появляются, то нет. Ну, то есть, все-таки для верных адептов и реализма из War Thunder здесь оставили возможность увидеть своими зенками врага, а не ждать, когда его обнаружит командир вашего пепелаца. Вот, смотрите, куча говна просто отлетела от его машины. Естественно, она на какое-то время защищает его кабину. Вот, я его оставил без передних колес. Теперь он, я так понимаю, не сможет поворачивать, если он не применил мудрую конструкцию имени меня и не сделал поворот с задними колесами. Сука, все равно он меня быстрее раздуплил. Я ничего не понимаю, почему моя машина такое говно? Я понял, русские просто не умеют делать машины. Пора это признать, чуваки, просто не умеют. Так, давайте посмотрим. Крафт, что это такое? Мини-боеукладчик. Оставляет на пути противника в горящую бочку, наполненную взрывной смесью. Чувак, мне кабина нужна. Вот у меня есть кабина пикапа. Как мне, блин, другую кабину сделать? Медь какая-то, мусор какой-то. У меня нету этого всего. Может, мне надо на рынке купить кабину? Давайте посмотрим. Кабина от КамАЗа. 550. По местному курсу валюты, вот одна вот эта желтая монетка, золотая, равняется рублю. То есть мне сейчас, по сути, предлагают купить кабину от КамАЗа за 550 рубасов. А, за 643 рубаса. В игре, где я еще даже в PvP не играл. Прикиньте, как... Хочу ли я покупать такую машину сейчас? Ну, не очень. Я могу поставить кабину Виверна, но ее тут же мне размандярят, и я, скорее всего, уже ее не отремонтирую, потому что я даже не представляю, где брать от нее чертежи. Я могу покрасить себе крылья. Вот эта краска, она шла в придачу к премиумной покупке моей. По-моему, неплохо. Стильно, модно, смело. Когда я буду нагибать, интересно. Радар. Ну, радар, к сожалению, не стреляет, он не актуален. Давайте попробуем поставить еще один пулемет. Видите, не хватает молнии. Вот так вот. Я могу поставить себе два пулемета и наносить еще меньше урона. Дробовик вообще отстой. Мне надо каким-то чудом одержать победу в режиме... в режиме вот этого... Бесстрашный. Ник такой в чате, я сам думаю, нифига себе. Мне надо, короче, выиграть вот этот режим ПВЕ и выбить обязательно 76-миллиметровую пушку, иначе мне просто без этого здесь нехрен ловить. А потом уже за колесами поедем. А здесь можно выиграть кабину. Но мне кажется, что кабину здесь выиграть еще сложнее, чем пушку в этом режиме. Потому что здесь до 7 уровня, здесь враги еще более злые. Ну давайте, хорошо, еще попробуем. Я так понимаю, что мне тачку надо полностью переделывать. А сейчас, если я не смогу, я ее всю перекрафчу. Я сделаю из нее вообще уберкар. По крайней мере, для ПВЕ. Я уже понял, что тут надо. Охладитель для орудия надо убирать. Единственное, что кабину нельзя в любое место поставить. Как-то здесь вот это так сделано, что ее нельзя сместить на жопу. То есть на ту ось, где у вас колеса. Боты прям вот задолбали. Они каждый бой залазят на эту шишку. Видите, да, как маневрирует мой дельтаплан. Главное не перевернуться, если вы на борт себе не поставили домкрат, а он ест еще одну единичку энергии. И по сути, если вы не собрали какую-то неваляшку, то он вам не понадобится, скорее всего. Плюс вас могут союзники перевернуть. Я помню, когда мы на Альфе играли, мой кореш поставил себе кабину от КамАЗа, навешал на нее пулеметов, что-то еще. И когда отсчет в бой закончился, его машина просто стоя на месте перевернулась к хренам собачьим, потому что перед перевесил его тощую жопу. Тоже гениальный конструктор. Ну, не такой крутой, как... Бля, он вообще умрет, слушайте, я все понимаю, но... 20-миллиметровая пушка, которая стреляет по кабине от буханки, это... Это серьезно. Да, вот смотрите, чувак просто в ангаре 2 часа, наверное, обвешивал свою тачку вот этим хламом. Ну, вот, конечно... И просто все с нее оторвалось за какие-то считанные секунды. Ни хрена себе, это обычный пикап, я его даже не узнал. Бам-бам-бам. Бум, блядь, все подлетало. Отлично, уничтожили.
Надо еще шестерых замочить, и все. Я, возможно, получу таки свой микроприз. Боты, такое ощущение, что тут не очень-то тупые. Они периодически фокусят игрока. Единственное, что они тупят, когда начинается захват базы. Допустим, нашу базу захватывают, а наши боты не могут догадаться поехать и захват сбить. В этот момент, если пощелкать камерой, видно, что они стоят и разглядывают камни. Ну, в упор к скале стоят реально и не ездят. Ну, то, о чем я говорил, что можно в этой игре, даже, наверное, лучше в этой игре ездить поменьше, а стрелять побольше. Ну, то есть, это будет соревнование не гонки с пулеметами и пушками, да, как X-машина, допустим. Но X-машина игра на прохождение, там вообще гонок нет, кроме как режим. Это игра, кто мудрее скрафтит себе из мусорных деталей тачку, которая будет более-менее живучая в бою. Вот я думаю, что игра будет об этом в первую очередь. Вот кабина от моей донатной тачки. Видно, что это машина от гоночного болида 50-х годов. Непонятно, как она пережила постапокалипсис. Как она... Непонятно не то, что как она постапокалипсис пережила. Как она до него дожила, непонятно. Ладно, я не знаю, где последний враг. А, нашу базу захватывают. Нет, нашу базу не захватили. Смотрите, медалист. Заработать 50 любых наклеек в бою. Так, и что я выиграл? Я выиграл награда 2 кучи металлолома и провода. Никакой тебе пушки. Не понимаю, почему мне ее не дают, но давайте, ладно, давайте переделывать тачку. Ведь, как я сказал, что крафт в этой игре это самое интересное. Сейчас, на всякий случай, я сохраню свою машину. Как ее перезаписать-то? А, да, надо, наверное, удалить, а потом сохранить. Обязательно пользуйтесь этой функцией. Тоже спасибо тому чуваку из чата, который мне эту функцию подсказал. Сам я опять-таки вряд ли бы туда залез. А, на правую кнопку, если нажать один раз, детали пропадают. Естественно, новички этой игры не могут понять, куда они пропадают. Они пропадают на склад, который надо нажать на таб. Но вопросы по поводу этой функции в чате раздаются, ну, регулярно каждые 5 минут. Так, ну все, остались колеса, платформа, видите, вот это вот. Вот кабина должна, как я понимаю, быть установлена куда-то сюда. Кабина стартовая или кабина пикапа? Ну что ж, кабина пикапа. Энергии 8 единиц, энергии 6 единиц. А моя энергии 10 единиц. Так, я чихал, я хочу 10 единиц энергии. Я буду здесь. Угу. Так. Ну, сейчас я, короче, повожусь тут с всей этой фигней. Так, ну что, мой зверь дорог почти готов. Надо еще немножко нюансов. Вот, например, пулемет как-то вот низковато стоит. Тем более, блин, две автопушки я поставить все равно не могу, непонятно. Так, вот. Посередине, конечно, ее ни хрена не прикрепить. А, во, можно, смотри. Ай, нравится. Ай, хорошо. О, все, Америка, блядь, что так криво-то? Надо еще с бортов прикрыть, чтобы никто не разгадал суть этих конструкций, потому что, ну, блядь, наверное, надо крыло все-таки поставить. Черт, его сюда не влепить. О, отлично вообще. Да, бляха, муха. Надо вот эти назад сдвинуть, а их назад не сдвинуть, отлично. Так, тогда надо все-таки как-то дверь фур... Бляха-муха. Вот эти, один раз что-нибудь нажмешь не туда, и, сука, все, хана всей конструкции, все планы коту под хвост. Так, вот, только ты... Тут обратите внимание, короче, что противоаккумулятивную решетку я поставил. Ну, хоть и пишут, что это окно от фургона, но, поверьте, аккумулятива оно должно просто расщеплять на подлете. Так, что еще могу прилепить? Планка, я могу сюда еще пару планок. О! Ну все, это просто мистер броня. Надо срочно запатентовать это устройство. Я думаю, что непонятно, каким хреном я сюда пушку смог поставить. Мне кажется, это баг какой-то у них. Но да не мои проблемы. Ну что, мой рыцарь дорог, я считаю, что мы сейчас покорим просто этот ПВЕ. Я надеюсь, что мне все-таки выпадет пушка уже хотя бы с 10-й-то победы. Должна она быть.
Или сколько раз я должен нагнуть ПВЕ, прежде чем мне реально что-то выпадет. Так. Не пришлось ждать, когда бой закончится. This is хорошо. О! О! Вообще, крейсер. Крейсер, пожалуйста. Да, но пушка на кабине немножко нелепо смотрится, согласен. Что поделать? Успешность требует жертв. Так, и вон едет какая-то хренотень. От менее опытного конструктора. Вообще пушки, поскольку стреляют синхронно и греются тоже синхронно, надо, наверное, ставить все-таки одинаковые. А, все, он мне пулемет снес. Я не знаю, с чего он меня так окучил. Но вся моя броня куда-то резко улетучилась. Все, враг повержен, вот так вот. Всего-то это стоило мне половины моей машины. О, нет. А этот еще и срок... Я только что ему, подождите, я ему только что своим тесаком должен был колеса снести и просто пройтись ему вдоль борта своей бритвой. Так, попробую пушку. Да, конечно, не с этой точностью. Пушку ему отстрелить хотелось. Потому что чувак без пушки... Есть! Есть! Бля, у него две пушки. Черт. Чувак, да ты зажиточен. Два ствола себе поставил. Опа, все, вторую снес ему. Ха, мастер! Ну, а теперь осталось водиле вытряхнуть мозги. Что он будет делать? Он может ездить и тараниться, да, еще бибикать, наверное. Не-не-не, мой фраг пытается от меня скрыться, моя тачка скачет за ним на трех колесах, но я уверен, что... Я, кстати, немного звук убавил, но сейчас, походу, вообще ничего не слышно стало. А то, по-моему, выстрелы были слишком громкие. Куда ты? Куда ты? А, он поехал базу нашу захватывать. Ну, конечно, что еще делать в такой ситуации, когда у тебя нету пушек? Конечно, базу захватывать. Продолжаю разбирать его на запчасти. Тут кто-то пытается скрысить мой фраг. Не тут-то было. Победа! Победа! Запомните вот эту схему тачки секретную. Так. 0 секунд до следующего боя. Ну, обидно, что... Действительно, здесь только боты, судя по всему, хотя некоторые ники, вот этот Кос333 Рус, он похож на человеческий, я вот не понимаю, кто бот, кто не бот. Ну, иногда еще, конечно, игрока видно по машине скрафченной, да, ну вот меня трудно с ботом перепутать, потому что у меня машина-то дизайнерская. Это ручная сборка, а не какой-то там бездушный конвейер. Обратите внимание, как стильно стоят мои крылья сбоку на разной высоте. А нет, на одной. Что-то... А, пулемет все-таки криво стоит, да, похрен? Сколько можно корячиться? Сборка, это, конечно, прикольно, но сидеть там полчаса, знаете, надоедает. Эти конструкторские решения надо применять по очереди, по возникновению необходимости. Раз, там что-то баланс неправильный у тачки. Поехал, настроил. Раз, придумал, куда там пушку приармянить. Еще два колеса приделать. Почему? В меня толком никто особо не стреляет, но у меня опять оторвалось колесо. Черт, надо колеса какие-то получше выбрать. Ну ничего, я и до трех доковыляю сейчас и кому-нибудь горло перегрызу. А, нет, все. Наша команда что-то... Наша команда победила. Это была резкая победа. И мне опять ни хрена... Радио мне дали. Отлично. Я, кстати, пропустил. Мне в прошлом бою часом пушка не выпала. Я что-то не посмотрел. Я уже не верю в то, что ее... В то, что ее мне могут дать. Изи. А, вот смотрите, ломик. Ломик — это человек. Странно, что у меня у одного покупная аватарка, судя по всему. Но остальные все что, в эту игру бесплатно играют, что я один косарь 300 выложил? Так, где ломик? Дай посмотрим, какая у ломика тачка. Ломик, вон он едет. А, пф, ни хрена ты сочинил, что это такое?
Чувак, тебе на этой тачке только по полю говно разливать, чтобы, ну, удобрения. Да, но вид... Вот, вот для чего играют в такие игры. Смотришь на ломика и ржать охота. А он смотрит на меня и ржет. А вот это, я так понимаю, тоже чувак какой-то. Который сходу мне пушку оттеребонькал. А этот даже тачку себе покрасил. Аркада Эловер. Ох, враг повержен. Ну, взрывы, конечно, не такие красочные. Обломки пособирать на цвет мет не дают. Так, что у меня оторвали? Все стенки опять, все отлетело, но тачка жива. Нет, дамага я, конечно, выхватил. Но жить можно. Ломик. Который... Ох, я спас тебя, ломик. Хотя написали поддержка огнем, но кто-то у меня скрысил последние пару выстрелов. Ой, жесть какая еще. Джузеппе. Ну, Джузеппе. Вряд ли есть в мире игрок, который назвал бы себя Джузеппе. Хотя, тут онлайн, так понимаю, со всего мира, потому что, ну, реально, ночью я видел, англичане что-то в чат писали. Почему англичане? Потому что без акцента писали. Ну, пожалуйста, ну, умри что, ёптать. Все, да. Нет, я забрал его с собой в ад. А, черт. Давайте посмотрим. Пушка! Пушка, yeah! Все, все, в гараж. Так, надо понять еще, как его вешать. Да, бляха, муха. Какой все-таки крафт тут не очень-то удобный. А, но это еще не крафт. А, крафт это в другом месте. Тут-то всего лишь сборка. О! И вот эту можно даже убрать. Пушка и так хорошо сюда вписывается. О! Бум! Все. Просто король дороги. Ну, радио, а что он дает? Увеличить радиус зоны передачи информации. Да нахрен-то радио. Если бы оно брони давало, я бы еще подумал. Так, еще я могу сюда поставить скос, да? Пум. Хе. Как бы. Это все ничто. Броня наша, все. Так, ну давайте в бой за колесами теперь. Это уже последнего левела, как я понимаю, рейды, которые здесь есть. Я не знаю, потом что-то какие-то боссы тут, что-то не боссы. Тут надо вот реально брать в пати человека, который уже давно в эту игру играет и хоть что-то может объяснить по поводу того, как что крафтить, какие-то чертежи нужны для крафта, что это, где взять, куда нажимать. Ну, можно, конечно, самому 2 недели разбираться, а можно вот реально взять в пачку того, кто шарит. Так, ну тут... Зачем ему вот эти бряцалки реально сзади, что это... Типа, стильно модно, что ли? Еще один какой-то бензовоз ходячий. Странно, что за все время тут даже пушек новых не появилось, судя по всему. Может, а, какие-то раритетные суперпушки есть в режиме PvP, но... Да, наверное, где-нибудь левела с 50-го я тут что-нибудь новое замечу. Итак, дебют моей красотки. Сейчас она всем, я уверен, всем покажет. Кто главный? Вот видите, Cold W4R пишет что-то на английском языке, если это вообще английский. Воа какой-то. Ну, ой, бляха, а чё мы на правую кнопку стреляем-то, не понял. А чё я хотел на правую кнопку сделать, тоже не понял. 11, это чего? 11 снарядов всего в пушке, что ли? Да у меня врагов, по-моему, больше, чем снарядов. Как их убивать-то должен тараном? Ой-ой-ой, нет. А, я сэкономил на домкрате. Домкрат дает возможность перевернуться на колеса после переворота. Чувак, ну иди ты в жопу. Чё... Он разглядывает мою тачку. Он разглядывает мою тачку и ржет. Я знаю, что он делает. А, пушка не вертится влево-вправо. Она целится только строго куда-то вперед. Поэтому хорошо, что у меня задние колеса поворачивают. Удобно маневрировать. Cold War, я буду его называть, только что скрысил у меня фраг. Еще раз он так сделает и умрет самой страшной смертью из возможных. Бум! 104 минус колесо. Ой, 400. Ой, пушка хороша. Ой, хороша. Не то, что эти ссаные пулеметы. Только 7 патронов всего, и они заканчиваются. Я не знаю, можно ли мне по энергии поставить еще какую-нибудь пушку. Наверное, не хватит у кабины мощностей. Блять, ну ты еще попромахивайся, говна кусок. Сука, Cold War. Мышь, блин, серогорбая.
Я их калечу, а он, сука, добивает и забивает, забирает себе все фраги. Вот жаба беговая, а. Сейчас, сейчас, сейчас. Грейс, что-то Грейс как-то быстро там носится, я не могу к нему. Не могу взять его в цель. О! Бум! Бля, у меня аж оглох реально. Аж моего танкиста этого оглушило реально, у него контузия какая-то. Даже здесь звуки уже есть, да. А это тоже закрытый бета-тест. Это даже не ОБТ, а ЗБТ. И то здесь звуки лучше, чем в одной танковой игре, так скажем. Видите, то есть отмазки про то, что это ЗБТ, ЗБТ, они не везде и не всегда прокатывают. Ну, я, кстати, звук немножко убавил, поэтому, возможно, вам не слышно эти спецэффекты. Надо немножко, наверное, прибавить обратно. Хреново без USB микрофона, конечно, сволочь. Еще месяц где-то будут его чинить. Либо вернуть мне наконец мои чертовы деньги, я пойду куплю гребные брюетти. А, еще я могу своими ножами, походу, рожь косить, ездить. Ну, карт тут, конечно, маловато. Вот серьезно, карт тут прям совсем пшик. Где-то 3, наверное, или 4, может быть. А, я думаю, что я играл на всех, потому что на каждой я играл уже по 5 раз. Какой лажовый выстрел, чувак. Что, почему я здесь перезаряжаюсь так долго? Блин, да ладно, я ему в бортяру так втащил, и мне ничего. О, вот 350, это, походу, когда колесо отрываешь, самый такой дамаг, да? Ой, хорошо. Ай, зашла. Ай, нравится, враг повержен. Ой, в жопу вообще-то я ему попал. Все, отстрелили мою пушку. Пушку верните, уроды, на место. Сука, я зарежу, всех зарежу сейчас, вам видно, свои, это, бля, машины коса смерти, вы чё, бойтесь меня, я зло даже, когда я безоружен. Так, мне надо попробовать, это что за автобот, что это было вообще, только что желтое такое, как камеру-то вокруг него, а, ну, на базе буханки что-то скрафтил, у меня нет такой кабины, Бэтмен Хлан какой-то. Две пики себе поставил. И как два яйца бряцают какие-то две крышки внизу. Че он ими прикрыл, интересно. Ай. Чё? Здесь есть отстойная такая фигня, что вот тебя в бою убили. Хочется выйти в гараж, и тебя не выпускает, потому что все детали получат повреждения, если выйти в гараж до конца боя. То есть я, по сути, умер и должен досматривать, как играют другие за каким-то хреном. Хотя все давным-давно... уже от этого отвыкли, да, абсолютно во всех танковых проектах и самолетных, и кораблях. Слился на одном корабле, сел на другой, в бой вышел. Так это делается. А здесь вот ты... Ну, здесь у тебя, видимо, рассчитано на то, что у тебя будет всегда одна машина, хотя в гараже с 10-го левела тебе дадут еще одно место, еще один слот. И что получается? Я на них только по очереди смогу играть? Пока одна воюет, я не смогу выходить из игры? Что-то вот это странная какая-то фиговина. Блять, куда? Чего? Пиу, блин, ну сводись. О, вот поэтому я не промахнусь. Что это за сиамская машина? Смотрите, это две тачки в одну сросли. Накид 321 построил какой-то... просто машина такса. Смотрите, он... две кабины у него, что ли? Что это такое вообще? А он тоже укрепился перед. Я не знаю, я выстрелил ему в упор в очко. И ничего. Вообще ничего. Он не умер. И дамаг какой-то ему там смешной нанесло. Да, разобрали мою тачку. Молодцы, молодцы. Сейчас я попробую себе поставить на нее еще одну пушку. Посмотрим, что вы тогда запоете. Вообще, почему весь мусор с моей машины так быстро отлетает? Дробовик, радио, борт, минивэна, крыло и тесак. Край фургона. Потрясающий лут, большое спасибо. Мне бы кабину новую, может быть, я бы тогда бы что-нибудь бы на ней бы, на ее базе смастерил. Пожалуйста, ну давай. А, подожди, 21, вот это надо ставить. Не хватает энергии, чуваки, не хватает. А вот вообще, когда я играл на альфа-тесте, этой энергии было просто жопой жуй. Реально можно было генераторы какие-то ставить. Сейчас ни хрена этого нету почему-то, не знаю почему. Что, еще что-нибудь можно приделать для прочности? Ничего нельзя приделать для прочности, все.
То есть всякие бронелисты и прочие удовольствия, они либо появятся когда-нибудь потом, либо уже вообще никогда, и машина будет реально обклеена всякими дверями, крыльями, прочим говном, которое, по сути, отлетает за несколько секунд. В чем тогда смысл бронирования? В чем смысл тогда крафта вот этого, что можно делать что угодно? Вся, смотрите просто, с какой скоростью это все с него сорвали, блядь. И остался один каркас, три колеса, два пулемета и ножик. Все, ничего не осталось. Ну, здесь как... Ну, это... Ну, игра-то под что? Под знаменем Гайджина вышла. Они любят там ваншоты, да, критические попадания всякие чудовищные, чтобы умирали все как можно быстрее. Cold War играет с дробовиком и двумя пулеметами. Почему-то он не уважает одну большую пушку. Ну, судя по тому, с какой скоростью он выбивает из врага цифры, из своих перегретых пулеметов, то на то у него примерно и выходит. Он дает очередь, я даю одну плюху, и в целом мы наносим примерно один и тот же дамаг. И опять враги побеждают. О, ну это вообще... Максимум самых примитивных пулеметов, видимо, это и есть залог победы, потому что игроки в основном ездят здесь с кучей пулеметов. Не знаю почему. Я еще не знаю, почему мне дают смотреть, как играют противники. То есть я исключительно наблюдаю сейчас за нашими врагами. Как я понимаю, потому что они красные. А, я еще и в бой не зашел. Я просто за кем хочу наблюдаю. Понятно. Тогда все понятно. Ну давайте уже, хоп-хоп. Сейчас я последнюю каточку скатану. Ну, в общем-то... В общем-то, все ясно, все понятно. Я только одного не понимаю. Мне в каких режимах надо задротствовать, чтобы я потом мог нормальную тачку собрать. Вот. Я привык, что в танках ангарчик и кнопка в бой. Вот тут можешь еще с ботами поиграть. И все. А здесь-то с кем надо играть? Где? В чё? Бля, в каких режимах? Я вот что-то вот... А, я понял. Я зажимаю правую кнопку, чтобы камеры вокруг машины по привычке повертеть. Вот почему я это делаю. Ну все, это будет мой бич. От этого не скоро можно отвыкнуть. Ну, чуваки. Там даже кто-то на базе маршрутки себе что-то сочинил. Ну, маршрутка кабиной занимает всю платформу. Там уже, по-моему, трудно что-то приделать. Да, скорость езды по воде просто поражает воображение. Причем это у меня колеса маленькие. У маршрутки они вон большие, она все равно еле едет. Фрэнк. Ну, Фрэнк. Блять, ну точность просто я ебал. War Thunder. Какой War Thunder? Армата. В упор не поп... Когда в упор не попадаешь, да, потому что у тебя какой-то разброс. Какой в жопу разброс? Я в упор стою. Это как там надо разбросать так оружие, что оно, сука, промахивалось, а? Так, с меня уже содрали некоторые мои атрибуты красоты моей машины. Суки. Отлично, да. Да, на ходу. На ходу тачка стреляет даже лучше. Все, опять пушку оторвали. Надо, я не знаю, надо ее на саморезы прикрутить, что она постоянно отрывается. Да. Ну, короче. Я не знаю, что. Бля, вот это вообще, вот это мой кумир просто. Такую хрень. Машина такса просто. Я не знаю. Может, если генераторы дадут крафтить, можно будет всю эту тачку как крейсер пушками по бортам утыкать, но пока это все настолько бесполезно. Не знаю, на мой взгляд, как-то слишком все тут быстро дохнут. То есть я машину крафчу, блин, в 10 раз дольше, чем на ней играю. Серьезно, мне что-то как-то... Ну, бой идет реально 2 минуты. За 2 минуты всю эту машину превращают просто в кучу мусора. Это... Слишком, по-моему, как-то радикально. Я не говорю, что есть машины, как танки должны быть живучие, да, но... Иногда просто тебе в самом начале откуда-то прилетает, и тебе отрывают колесо, допустим, да, и уже твоя машина превращается в какую-то инвалидку. А если два колеса отстрелят? Ну, про то, что когда отстреливают пушку, мне делать вообще становится в игре нечего, я вообще молчу. И это не только мне. Я не верю, что здесь тараны, даже если у тебя на машине какие-то лезвия закреплены, я не верю, что они тут как-то что-то наносят. Все-таки играют люди, смотрите. Это просто, значит, это не режим с ботами, это значит здесь онлайн такой, низковатый.
Ну, а какой еще? Зуботу ожидать. Тем более, когда потестить эту игру стоит денежек, да? Откуда вообще онлайн взяться? Вот к сравнению, Парагон, да? Парагон стоит 700 рублей. А Кроссаут минимум 1300. И при этом, кто такой разработчик Парагона, да? И кто такой разработчик вот этой вот чудесной игры, который сделал экс-машину. А там люди, которые весь движок придумали, на котором теперь все клепают свои игрульки. И притом там разработчик западный, казалось бы, доллар, да, зависимость, все дела. И то, да, какие-то там, ну, если на доллары пересчитать 700 рублей, там игра стоит смешных денег. Здесь разработчик Russian Federation, блядь, и 1300 рубасов, будьте любезны. В кризисную годину, да? Интересная политика. Недолет. А вот он как-то попал. Да. Читак по любасу. Ну, как я и говорил, самое верное средство играть в эту игру — это стоять дальше всех и опять-таки стрелять. Но почему даже, сука, игра про машинки с пушками, блядь, такая кустодрочная? Ёб твою мать, ну пиздец вообще. Негодованию нет предела, я в ахуе. Мне кажется, что скоро, блядь, футбол сделают, даже в футболе кустодрочить будут. Сука, сейчас его с горы спихану, блядь. Чё, в упор-то не очень, да, попадается? Попал, смотри. Блять, убейте меня кто-нибудь, нахуй жить без оружия. Вообще не понимаю. А, и тоже перевернулся, да? Ну и кто меня на колеса поставил? Зачем, блядь? Я хотел умереть гордо лежа. Все. Все, отстрелили. Давайте, суки, по одному, ёпта. Я как этот, в Монти Пайтоне черный рыцарь, блядь. Без руки, без ноги буду драться. О, на одном колесе буду, блядь, сейчас. У-ху! Догоните, ёпта. На одном, сука, слабо, что ли, черти? Чтоб меня убить, не пришлось меня полностью обездвижить. Радарчик еще крутится. А, вон наш чувак стоит, тут базу захватывает. Думает, что сейчас они... Они сюда, конечно, не догадаются поехать и тебя найти. Я смотрю, много у кого вот эта кабина донатная, как у меня. Ну, правильно, потому что другую-то в этой игре хер найдешь, судя по всему. Серьезно, вообще не понимаю, где ее искать. В гараже нет наклеек, ничего нет. Ну давайте крайний бой. Крайний. Все, крайняя каточка. Сейчас я затащу и хватит, я думаю, для первого раза. Пойду задротствовать. А куда задротствовать? Это и есть ПВЕ бои. То есть я вот должен здесь, вот именно в этот режим... Играть, пока мне не выпадет какая-нибудь кабина новая или что-нибудь такое. Да. То есть, и при этом еще и призы рандомно даются. То есть, ты побеждаешь, а тебе могут ничего не дать. Получается, мне что, 50 раз надо тут выиграть, чтобы вот наверняка выбить что-то? О, 400 влетело. Подпирают сзади. Подпиратели профессиональные из танков следом за мной пришли и продолжают меня подпирать. Ой, хорошо, блядь, с меня, по-моему, после выстрела деталей отлетело больше. Ай, хорошо. Не, вот это прикольно, конечно, смотреть, как тачки разлетаются после каждого выстрела. Ай, нахрен в ангар, вот этот. Ай, хорошо, ваншотнул. Все, надо валить, бляха, муха, не успел. На, сука, тебе, на трактор на твой. На тракторе, на базе трактора, блядь. Ивановец, нахуй, сделал себе тачку. Все, опять меня... Меня только так могут убить. Отхерачив мне абсолютно все колеса, пушку. В честном поединке они боятся со мной сойтись. Да, мне интересно, сколько они будут делать эту игру. То есть, когда она станет уже окончательно готовым продуктом, если за эти полгода, что я в нее не играл, не изменилось вообще практически ни хренашечки.
Практически ничего. Видимо, это долгоиграющая пластинка, и разрабатывать ее будут лет 10. Да, у него он тоже выбрал тактику обвешаться броней и поставить одну пушку. И опять награда, смотрите, ничего, победа, ничего не дали, абсолютно ничего, хлам и провода. Не знаю, в общем, короче, какой тут смысл этого фарма безумного. А, да, ну, собралось чего было, что я могу сказать. В общем, короче, ну, конечно, будем следить, как будет развиваться вся эта борода, потому что ей повезло, и следить сейчас особо больше незачем. Так, ну, в общем, короче, я, кстати, не знаю, тут вообще можно взвод кому-то кинуть, там, в друзья добавить, что-то такое можно, или только одному играть? Вот вообще не понимаю. Даже вот таких простых вещей тут не понять, просто не осилить. Куда нажать, чтобы реально какие-то взвода, фракции, что-нибудь. Ну, фракции тут есть, но это не кланы, это он крафт этот, хрен поймешь. Машина, которую можно собрать из деталей данной фракции, только на 10 левеле будет доступна, походу. Газелька. Вот это хрен знает что будет доступно на пятнарике, как я понимаю. И снова газелька на 20-ке. Горняк. А как в эту фракцию вступить? Псих-пит атаман. Похож на чувака из Безумного Макса. Совпадение ли, интересно? Ага, а вот в этой фракции можно ракету Сатана, походу, получить. Оса, не оса, производство. Ну и, допустим, я присоединиться хочу. Для получения... Ага, ну, короче, понятно. Играете в ПВЕ, набиваете уровень, потом, может быть, вас спримут во фракцию, будете там играть с ботами, набивать уровень, выбивать себе кабину и пушку, и потом там 30 левел, еще фракция. Короче, я не понимаю вообще, напишите мне в комментах кто-нибудь смысл игры, как ее пройти-то. То есть, в чем суть замеса, если тут даже взвод какой-то... А, нет, смотрите, вот, есть друзья. Да, можно... Можно добавить друга, но... Да, мы как-то во взводе же играли. С другой стороны, да. А, просто я не вижу здесь как-то... Привык, что под кнопкой в бой есть кнопка там взвод, не взвод, хоть что-то. Ну, короче, разбираться еще и разбираться, но... Ну, крафт все-таки прикольный. Вот я еще тогда, когда на альфа-тесте играл, крафт это мне единственное, что понравилось, потому что боевки какие-то вялые, на мой взгляд. То есть, когда ты представляешь себе какую-то игру про машинки с пушками, да, которые... ну, игра типа машина, ты, ну, представляешь себе, они будут гонять, стрелять, все это будет красочно, динамично, экшен. А здесь просто какие-то, с одной стороны, 8 помоек на колесах, с другой такое же, блин, чудо инженерной мысли. Они встречаются в центре, тут же половина подыхает, от другой половины отрывается вообще все, что можно, в разные стороны летят обломки и куча говна, и все, и в итоге конец боя. То есть ничего такого суперкрасочного и динамичного здесь нет. Что странно для игры про машины с пушками, в общем-то. Но, как я уже вначале говорил, все-таки основная идея здесь это крафт. Крафт, крафт, крафт. Кто круче себе тачку скрафтит, чтобы она вот в этой мясорубке как можно дольше прожила. Ну и в итоге, короче, превратится в то, что будут крафтить какие-то бункеры на колесах. За какие-нибудь донатные, я уверен, детали бронированные. Там будет танк на гусеницах практически. Вот, и, в общем-то, таких машин, как моё вот это, как моя красотка, у которой в качестве брони какие-то двери от фургона, в игре, конечно же, мы, судя по всему, не увидим. Вот, если это была бы другого рода ММОшка, да, где бегают какие-нибудь солдаты по свалке, воруют детали, а потом из говна делают машины, и... По идее, все машины тогда будут сделаны на базе мусорного ведра. Вот тогда бы это было, конечно, трешово, весело и угарно. Но в будущем я уверен, что все-таки будут здесь доминировать именно какие-нибудь танкоподобные звери с суперпушками. Ну да ладно, поживем, короче, увидим. Пишите, что думаете, что-нибудь там жмите. И все такое.